Семена астры художественной красной, красная, часто используются для выращивания цветов в цветниках и клумбах садоводами-любителями. Игольчатые красные соцветия крупного размера до 12-13 см в диаметре, выглядят в виде полусфер. На крупном кусте высотой 65 см, соцветия формируются на 10-15 цветоносах. Все это великолепие цветет долго, в течение августа и сентября. Очень эффектный сорт используется для ландшафтного дизайна придомовых зон и садов. Отлично смотрятся срезанные букеты в вазах или корзинах. У семян хорошая всхожесть, растение холодостойкое и неприхотливо в уходе, достаточно регулярного полива и подкормки на время цветения. Астра художественная красная – это однолетнее растение высотой 60-65 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 11-12 см в диаметре. Астра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает астра художественная красная в месяц август-сентябрь. Цветок окрашен в красный цвет. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-14 цветков. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.